событий имени этого святого на ней совокупляет его преблагоподобно подвижности Твоей Церкви и совершаемую страшную тайну безопасного жительства, сохранивший печать нерушимой плоти блаженства избранного в Царстве Твоем, благодатью человека любим единородного Сына, Твоего с ним же благословенность, с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и вечно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи, помилуй, а имени полномочия Божьей истины, единородного Твоего Сына, Святого Твоего Духа, возлагаем руку на дорогу Анастасию, подушку прилежника со святому имени Твоему, и подкормим Бога сохранить и оставить Него ветхую на прелести исполни, Божья вся вера, надежда и любви. Разумеет, как Ты еси, един Бог истины, единородный Твой Сын Господь наш Иисус Христос, и святый Твой Дух, дашь Тебе всех заповедей Твоих ходить, и буду Тебя сохранить. Яко аще сотвори Тебя человек живи, и душа в книге жизни Твоей, соедини стану наследие Твое, рукославится имя Твое святое в ней. Возьми на Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, и животворящего Твоего Духа, да будут очи Твои взирающие на Него милостью, и на Него уши Твои, и же услышите глаз моления, возносили их деле другую, во всяком роде, за исповедство Твое поклоняется, славит имя Твое великое и вышнее, и восхвалит Тебя будем все дни живота своего, и Тебя боится сила небесная, Твоя слава, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и вечно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Запрещает Тебе дьявол, достойный пришедший в мир, вселился в человечество, но задуши Твое мучительство, и человек изметишь, надрейся противные силы победи, солнце промежившись, обегуколевавшись, гробом утверзающим, теперь всем святых восстающим, и же разруши смертью и смертью, празднивающую держав смерти сеять тебе дьявола, запрещаю тебе Богу, показавшим древо живота и уставившим крови, и пламя дороже обращающийся, стрищи и то запрещен буди, он у тебя запрещаю ходившим, и от просохнут ключом морской запрещен бури ветра, и Боже зрение сушит бездны, причины расстоевая городом, и не запрещая тебе нами, убойся. Изойди и отступи от создания сего, ты не возвратившийся, ниже утаившийся в нем, ниже досрячишь или действуешь, или ночи, или войне, или в часе, или в полудне, отойди свой там, когда жду готова до великого дня судна, любойся Бога, сидящего на херувимах, взирающих на бездны, и уже трепещут ангели, архангели, престоле господства, начало власти, силы многочитих херувиме, шестокрылатие и серафиме, уже трепещут небо и земля, море и вся живника, земля отступят запечатанного. Новый избранный, воина Христового нашего, он мы тебе запрещаю, ходящим в любом ветре, знающих ангел своего полящих, и люди и отступи от создания сего со всей силы Агио Твоими, яко прославится имя Отца и Сына и Святого Духа Христа, и во веки веков Аминь. Господи, Господи, помилуй. Thank you. сопротиву лежащего от зрения лукавого, от девы лукавого, от мечтания лукавого, из же жизни, от всякого лукавого чистого духа, сокрытого гнездящегося в сердце и нет. Из же жизни, от всякого лукавого чистого духа, сокрытого гнездящегося в сердце и нет. И жени из нее всякого лукавого чистого духа, сокрытого гнездящегося в сердце и я. Духа прелести, духа лукавства, духа идолослужения, всякого лихаимства, духа лжи и всякой нечистоты, действия по начинению дьявола, сотвори ее в частном местной стаде Христа, путь честен церкви, ты отщери наследницу царства и моего, да по заповедям жительства, сохрани печать нерушимую, сопретризу нескверную, получи блаженство святых, царства и твоей благодатью, щедротами и человеколюбием, единородного Сына, Твоего с Ним же благословились, и с Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сейчас, пожалуйста, крестные родители, поворачивайтесь ко мне спиной, лицом назад. И на задаваемые мной вопросы вы даете ответы, отвечая от своего лица и от лица вашей крестницы. Отрицаетесь сатаны всех делов, всех ангелов, всех служильников, всех гордынников. Отрицаетесь. Отрицайте сатаны всех делов, всех ангелов, всех служильников, всех гордынников. Отрицаемся. Отрицайте сатаны всех делов, всех ангелов, всех служильников, всех гордынников. Отрицаемся. Отреклись, если сатаны. Отреклись. Отреклись, если сатаны. Отреклись. Отреклись, если сатаны. Отреклись. И как свидетельство нашего отношения к дьяволу себе под ноги символически нужно думать и плюнуть. Пожалуйста, поворачивайтесь лицом к Господу нашего Иисуса Христа. Сочетавайтесь Христу, сочетавайтесь. Сочетавайтесь Христу, сочетавайтесь. Сочетавайтесь Христу, сочетавайтесь. Сочетались если Христу, сочетались. И веруете Ему, веруем Ему, как Царю и Богу. Веруем Ему, как Царю и Богу. И вместе с вами читаем символ православной веры. Я читаю, вы вместе со мной звук произносите. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и жена Отца рожденного прежде всех мир, света от света, Бога истинно, от Бога истинно, рожденно и сотворенно, единосущно Отцу, им же всевыше, нас ради человека, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшегося, распятого же за Ним при Понтийском Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славой, судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемого и славимого глаголшего пророки, воедино святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение, восставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Сочетались Иисус Христу, сочетались. Сочетались Иисус Христу, сочетались. И поклонитесь Ему. Произносите, поклоняемся Отцу и Сыну и Святому Духу. Поклоняемся Отцу и Сыну и Святому Духу. Троица единосущней и нераздельной. Троица единосущней и нераздельной. Благословен Бог всем человекам, хотя и спастись, и познать истину прийти, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся, Господи помилуй, Владыка Господи Боже наш, Ты изови работу Твою Анастасию ко святому посвящению, исполни великий от благодати святого крещения, отпиши ее бедность, обнови живот вечный, исполни святого Твоего Духа силы, в соединении Христа, Твоего начало тела будет, начало Твоего царствия, благоволение благодати, единородного Твоего Сына, с Ним же благословенный все, со пресвятым и благим как символ того, что Господь своей благодатью исцеляет поврежденную грехом человеческую природу, мы помазуем будущую христианку освященным маслом. Помазуется раба Божия Анастасия Елеевна, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Восселение души и тела, слышание веры, руцы твои сотворись, тебя и создаст тебя. Вы же хотите и по стопам заповедей. Сейчас я беру у вас Анастасию, вы берете простыночку и принимаете Анастасию. Крещается раба Божия Анастасия во имя Отца Аминь и Сына Аминь и Святого Духа Аминь. Облачается раба Божия Анастасия в ризу правды во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ризу мне подашь светлую, одеясь светом яркую ризу, и надомилась в Христе Божий наш. Вы не смели? Аминь. Головку прикинь. Символически вы вытираете Анастасию насухо и надеваете рубашечку полностью. Все можно, да? Да, можно вытирать насухо, рубашечку одеть. Подгузничек, если пользуетесь, тоже можно. Источничья благи солнца, правда, Россия, возвещим от мест свет спасения, явление единородного же твоего сына, Бога нашего, и дрова вы нам недостойны, благодать чтение по святей воде, и божественное освящение, что врачем помазан, нежели не благоволивый пахи, родите рабу твоего просвященного водой духа, Бога невольным по восставлению твой даровав, сам владыка церкви благоугробнее даруя печать, дара святого всесильного, поклоняемого за твоего духа причащения святого тела, честной крови Христа твоего, сохрани во твоем освящении, в неправославной вере, избавит лукавого, всех начинаний, по спасительным твоим страхом, чистоте правды души и соблюди, за всяком деле историю, благослаждающим тебе щель, и наследница будет небесным Божьим царствием, это Иисус Бог наш, Бог еже миловать и спасатель тебе, славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И уже оставшаяся часть таинства крещения, Анастасия будет уже крестной Божьей. Уже объединить берете также к себе спирки и ко мне вечер. Печать дара Духа Святого, 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 ножки, печать дара Духа Святого, печать дара Духа Святого. Пока держите, как сейчас, не переворачивайте. Бог Христа, крестися, Бог Христа, облекостися, аллилуйя. Девицы, Бог Христа, крестися, Бог Христа, облекостися, аллилуйя. Крестилась если, просветилась если. Осветилась и омылась и именем Господа нашего, Иисуса Христа, и Духом Бога нашего. Омылась и мира помазалась и во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Слава тебе, Господи, слава тебе, Боже, во время полудня ранней ученицы Назарели, Бога Назарели, Иисуса, поклониться Его, умершись и преступницу с речей и глаголя, дадись ему всякой власти, небеси на земле шедше, научите блестящих, во имя Отца и Сына и Святого Духа, учащих блести вся велика заповеда вам, и ся с вами есть во все дни, до скончания века. Аминь. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господу помолимся, Господи помилуй. Владыко Господи Боже наш, еже образом Твоим почтивый человек, а души словесной и тело благолепного устроим его, якобы тело служа словесной души, голову высочайше положим в ней, множишь чувства друзей, не забирающихся друг другу, волосы Твоего покрылся и побеждаются положениями воздушными, и все водопотребно содиваны всеми благодарит и зря, благодаря самому сосудам избранным его, Павлом Апостолом заповедано всякого творите пришедшего Бога Анастасии, начаток сотворите стрящи волосы, волосы, снять чепчик и Анастасию взять к себе личиком ко мне спину. Как видимый символ Божьего благословения мы постригаем волосики на голове новокрещенных христиан. Постригается рога нужная Анастасия, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Тебе, Христе, Боже, упование наше, слава Тебе, слава Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй нас, наше ради спасения Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистой своей Матери, преподобных, богоносных отец наших и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Вас поздравляем с совершением таинства крещения, миропомазания, с рождением в новую жизнь еще одной христианки, нового члена церкви. И, конечно, надеемся, что сегодня, вступив в жизнь церкви, она вступила в нее для того, чтобы жить церковной жизнью, чтобы участвовать в таинствах церкви, чтобы жить по Евангелию, по правде Божией, по заповедям Божией. И прежде всего исполняя две первые, большие заповеди, заповеди о любви, Богу и ближнему. В ближайшее время нужно будет причастить Анастасию. Для этого нужно будет прийти на литургию. Служба совершается утром у нас каждый день. Будние дни в субботу начало литургии в 7:30, а в воскресный день две литургии в 6:15 и в 9. Вы приходите немножечко попозже, но не более часто прибавили относительно начала службы, то есть будние дни не позже половины 9, а воскресный день, если на после литургии, то не позже 10 часов утра. И причащать желательно почаще. И сами причащаются, ну, примером христианской жизни, потому что мы можем наших детишек воцерковить, только если сами будем, примером, подлинно церковной, подлинной христианской жизни. Еще раз всех поздравляю. Свечи можно погасить, они сохраняются вместе с крестильными одеждами. Анастасия сейчас одевает уже, как пойдете домой, но пойдем в храм и церковь. Здесь же уже в помещении. Еще раз вас поздравляю. А сейчас мы идем.